период русофобской истерии Индия отказалась поддержать антироссийские санкции, продолжая проводить независимую политику. Индия остается партнером России даже в эту сложную эпоху геополитических перемен. Что сближает наши страны? История, чувство справедливости или выгода? Мы обязаны для своего народа делать все, что хорошо. И может ли Запад заставить Дели отвернуться от России? Только в нашей программе. Эксклюзивные документы и секретные телеграммы. Как американский госдеп пытался шантажировать руководство Индии. Как долго сможет Индия лавировать между американским орланом и русским медведем? Код доступа в четверг в 19:40 на телеканале «Звезда».